Ребята, и девчат, кстати, тоже. Последних на канале хоть и немного, но я знаю, что вы здесь есть, и это приятно. О, оцените коробку, а? Как она вам? А, в такой нарядной коробке и дарить даже не стыдно. Но самое главное, не коробка, конечно же, а то, что находится внутри. Приветствую, всем здоровья. Итак, сегодня у меня педали под брендом, который я так все и не знаю, как правильно произнести, поэтому обойдусь текстовым вариантом. Произведены эти педали, разумеется, в Китае и оттуда же были заказаны. А на доставку с момента оплаты и до получения посылки в Москве потребовалось 12 дней. Ну и давайте теперь перейдем непосредственно к самим педалям. Итак, при заказе на выбор доступны 7 вариантов цвета платформы. А именно, желтый, зеленый, синий, черный, оранжевый, мятный и, как в данном случае, красный. Ну, неплохая такая палитра, как мне кажется. Вот, далее предлагаю рассмотреть платформу более детально. Ну, начну с того, что выполнена она из пластика, и качество литья, скажу я вам, здесь ничем не уступает более дорогим вариантам. Ну, все прям на уровне. Все ровно, ни облоя, ни острых краев тут нет и в помине. Ну, кстати, еще по пластику он тут приятный даже тактильно. Ощущается как покрытие софт-тач. Очень интересно. Что касается информации на платформе, то здесь, в принципе, только указание бренда на самом видном месте, и на полке есть напоминание про правую или левую педаль. И обращаю внимание, что это не какие-то надписи, выполненные краской, которые в процессе использования педали сотрутся. Тут вся информация формируется прямо на стадии литья платформы. И это уже прям как у взрослых. Ну и не забудем, конечно же, про то, что на платформе есть шипы. Без них никак. Собственно, у нас здесь аж 20 стальных шипов по 10 штук с каждой стороны. И на этом про платформу, пожалуй, все. Далее предлагаю ознакомиться с осью. Ось здесь изготовлена из хромолибденного сплава, и для установки педали тут предусмотрены два варианта. Один подрожковый ключ на 15 мм, а второй в виде ответной части под 8-мм шестигранник. Также тут на оси имеется резиновый пыльник, который должен препятствовать попаданию грязи внутрь платформы. Вот, собственно, и про ось это тоже все. Далее перейдем к цифрам. Начну с размера платформы. Ширина по краям 80 и 75 мм. По центру 100 мм и по центру вместе с осью 125 мм. Резьба на оси занимает 12 мм. Высота платформы 18 мм и 26 мм по шипам. Ну а сами стальные шипы имеют следующие размеры. Толщина 3 мм. Высота 4 мм, выкручивается шип при помощи шестигранника на 2,5 мм. А теперь настало время извлекать ось. У продавца заявлено о наличии 3 подшипников, вот сейчас мы это и проверим, так ли это на самом деле. Для разборки мне понадобится 2 шестигранника на 6 и 8 мм, а также 8-мм торцевой ключ. Приступим. Вначале шестигранника на 6 мм откручиваем алюминиевую крышку. И под ней мы видим опорную гайку и гайку, удерживающую ось. Первой выкручиваем опорную гайку все тем же шестигранником на 6 мм. И если кому-то интересно, гайка это так же, как и крышка, выполненная из алюминия. Ну и на финишной прямой остается только открутить последнюю гайку на 8 мм. Для этого, удерживая ось 8-мм шестигранником, откручиваем гайку торцевым ключом. Ну вот и все. Теперь, после всех проделанных операций, ось без труда извлекается из платформы. Собственно, итог вскрытия следующий. Китаец не обманул, и подшипников педали действительно 3 штуки. А теперь надо все это обратно собрать и уделить немного времени комплектации. И вот так выглядит все то, что придет к вам в случае заказа этих педалей. В коробке, помимо самих педалей, приходят 4 стальные проставочные шайбы, 2 запасных шипа и шестигранник на 2,5 мм для установки этих самых шипов. Собственно, вот такая вот комплектация. Ну а теперь давайте проведем взвешивание. Приступим. Итак, педали у нас весят 371 грамм. По-моему, неплохо. Ну, а теперь, как обычно, настало время для предварительного итога. И сразу начну с того, что лично мне данные педали очень понравились. Раньше я к пластиковым платформам относился довольно нейтрально. Но в последнее время мне в руки достаточно часто стали попадать достойные внимания экземпляры именно с пластиковой платформой.
Разумеется, какие-то были лучше, какие-то попроще. Так вот, конкретно эти педали, на основании всего ранее заобзоренного, я оценю на высший балл. Выполнены они и собраны качественно, и никаких замечаний, претензий у меня к ним нет. Что касается цвета, наверное, и так все знают про этот плюс, но тем не менее повторюсь. Поскольку цвет тут не является покрытием, то приличный вид эти педали сохранят практически до конца. И я лично считаю это серьезным преимуществом. Ну и на этом, в принципе, можно завершить обзор этих педалей. Теперь нам только остается поставить их на велосипед и начать эксплуатацию, в процессе которой, возможно, мы узнаем о них что-то новое. Но это уже совсем другая история. Так что, если вам интересно узнать, что будет с этими педалями дальше, то подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а для тех, кого эти педали уже заинтересовали целью приобретения, ссылку на них вы найдете, как всегда, в описании под видео. А у меня на сегодня это все. Всем пока и до новых встреч!